главное мероприятие этой весны – 5-я ежегодная конференция Positive Hack Days 2015. С вами BizTV, первое отраслевое телевидение по информационной безопасности, и я, Тамара Никифорова. Чем запомнится конференция этого года нашим участникам? Об этом в нашем репортаже из самой гущи событий. Поехали! Это не столько традиционные доклады об общих тенденциях и демонстрации вендорских решений, сколько практики хакерских взломов, международные сетевые соревнования, интересные исследования и, между прочим, активности на грани закона. Все участники могут попробовать себя в качестве хакеров, обнаружив и использовав уязвимости в системах ДБО. Все средства, которые удастся вывести через систему, станут заслуженной наградой для специалистов. Призы в виде компьютерного оборудования и сувениры ожидают участников и в других конкурсах. Так, например, для взлома представлен макет электрической подстанции и локальный оператор связи, в том числе и банкомат, который можно попытаться взломать и забрать заслуженную награду прямо из диспенсера. Тенденция такая, что с одной стороны часть спикеров из техных команд не приехали из какой-то политической ситуации, с другой стороны больше людей, которые купили, например, иностранцы сами билет, как слушатели. Такая тенденция новая. Но со стороны нашей российской публики, наши любимые, интерес большой, людей много, и это очень приятно. Решить вопрос такой информационной безопасности или кибербезопасности можно только сообща, всех перемешав, чтобы одни увидели других, и наоборот. Потому что можно годами говорить про безопасность на этом транспорте или банковских систем, но когда у тебя на глазах там хакер ломает реальное оборудование и устраивает какую-нибудь аварию, да, или ломает банкомат, то это доходчивее всего. Среди наиболее примечательных докладов первого дня участники выделили «Кот в мешке», «Безопасность при слияниях и поглощениях», доклад от Натальи Кухановой, аналитика компании «Яндекс», «Исследование правительственных шпионских программ», доклад Александра Гостева, главного антивирусного эксперта в лаборатории Касперского, а также кражи личности в московском метро, исследование космоса через глобальное киберпространство и другие. 5-я ежегодная конференция Positive Hack Days открылась интереснейшей дискуссией на тему того, как Россия защищает свои интересы в недружелюбном мировом киберпространстве. Что думают участники конференции о положении России в недружелюбном мировом киберпространстве, а также их впечатления и ощущения о конференции Positive Hack Days, вы увидите на канале BizTV в самое ближайшее время. Кроме того, в специальном сюжете мы рассмотрим интересную тему, которая год от года поднимается на Positive Hack Days и других подобных ей конференциях. Это грань между белым и черным хакингом. Может ли хакер стать бывшим? И готовы ли наши работодатели брать так называемых черных шляп к себе на работу? Об этом вы узнаете вместе с BizTV. А мы прерываем наш репортаж с места событий. Оставайтесь с нами и следите за новостями отрасли информационной безопасности. С вами была команда BizTV и я, Тамара Никифорова. Пока!